Доброго всем суток. Я нахожусь в Мексике, на острове женщин. Это мой второй фильм, который я обещал снять, если попаду на общественный пляж. Первый фильм был о копе под водой на отельном пляже. Он был неудачен, там ничего найти не удалось. Причины я описывал в первом фильме. И вот я приехал на общественный пляж. Это остров женщин. Сюда приезжают много туристов купаться. Это типа у них местный остров Баунти. Очень красивые места. Много людей. Ничего инклюзив тут нету. То есть все с деньгами. Вот, ну и значит первый же заплыв мой принес находку. Находка это 5 песо. Сейчас я ее увеличу. То есть вот такая монета. Видите, может быть, она в такой патине черной. Морская вода такой делает. А может просто вода, не знаю. То есть вот она в отличном сохране. Ну то есть на общественном пляже находок, ну вот это вот буквально ближайшие полчаса, пока это все. Всем удачи, всем хорошего дня. Пойду искать дальше. Счастливо.